Здравствуйте, в эфире программа «Глаз народа» и я ее ведущий Владимир Казанин. Приветствую вас. Время нашей программы ограничено, в отличие от управдома, поэтому перейдем сразу к самому главному. Сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. По всей стране проходят траурные мероприятия, памятные мероприятия. В Парке Победы к монументам возложили венки и цветы. А в 21:00 буквально вот скоро омичи зажгут свечи памяти. Наш регион присоединился к масштабным акциям. По всей стране люди собирают у комплексов разных городов, чтобы вспомнить события 75-летней давности. К сожалению, сейчас такая обстановка в мире, что не дай бог, но может что-то и повториться. Поэтому забывать нельзя. Надо помнить, тем более сейчас есть большое желание у многих националистов в наших бывших советских республиках присвоить героям, коллаборационистам звания героев и памятников и приравнять их ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому мы должны это все помнить и чтить своих ветеранов. У нас уже есть звонок первый. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Афанасьева Майя Егоровна. Так, где вы проживаете? На Завертяева, 21. Так, какая у вас проблема? У нас проблема то, что света нет, и говорят, что это свет должен давать город. А мы никакого отношения не имеем. Так нам отвечают в домоуправлении. Не домоуправление, а управляющей компании, как я понимаю. Да, да. Да, это действительно, это межквартальные проезды и магистраль, да, как я понимаю? Там света нет. На магистрали есть, а межквартальная вот между домов. Ну, нет. Надо конкретно и четко узнать, есть ли у этой дороги, которая у вас не освещена, статус межквартальный или же она внутри, можно сказать так. Внутри домов на дороге на большой есть, а внутри домов нет, между домов. Я подошла туда. Я понял, да, вы подошли в управляющую компанию, но действительно это скорее всего не ее прерогатива, мы это узнаем подробно. Нам надо, чтобы вы позвонили на телефон 950-950-9306. Подробно рассказали, свои данные дали, и мы будем заниматься, скорее всего, выйдем и будем смотреть, где эта дорога и конкретно кто за нее отвечает. Ну, от себя могу сказать, что поздно включают фонари, даже на магистралях. Бывает, вот на дачу вечером едешь. Видимо, это связано с тем, что большой световой день сейчас, позже, чем обычно. Спасибо вам большое. Так, ну, мне не дают буквально прочитать с планшета. Еще один звонок. Давайте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, да, представьтесь, пожалуйста. Ефремова Галина Геннадьевна, я проживаю на Волгоградской, 42. У нас очень серьезная, как бы, застройщик «Стройбетон» у нас являлся. Дом сдал в 12 году, но у нас очень много недостроек. Понимаете, все 10 этажи, которые балконы прилегают к квартирам, все протекают до 8 этажа, прям все. Когда дождь весной, там зимой, зима начинается. Крыша течет, понимаете, вот крыша прям течет. То есть новый дом и крыша течет? Да, крыша течет. Так, управляющая компания какая у вас? У нас ТСЖ «Стимул» мы являемся. А, то есть ТСЖ свое. Да. Что да, они да. говорят? А ТСЖ здесь при чем? У нас это идет... Не-не-не, ТСЖ не при чем? А ТСЖ же обращалась к застройщику? Есть же гарантия, два года ТСЖ всего. Обращалась к застройщику, так. Да. Мы обращались, и уже в течение 3 лет. У нас до 17 года они как бы у нас гарантии. Я понял, да, у них как минимум да. там в течение... Подождите, да. 4 или 5 лет должно быть. Да. 5 лет. 5 лет, да. Ну, они что отвечает застройщик? Не реагируют, они вообще нам ответили... что они не являются застройщиком и вообще нам квартиры не продавали. Великолепно. Да. В жилищную инспекцию обращались? Обращались. Так. В жилищную инспекцию обращались. Обращались к Назарову. Подождите. Всех да. не надо перечислять. Жилищная инспекция жилищная что? Инспекция была у нас конкретно. Баженов Валерий Петрович. Так. С Госторгнадзора вот они вместе были. Ну, они были, что они? Какие бумаги они сказали, доставили? Они нам дали ответ. Так. Что люди купили квартиры, подписали акты приемки, когда покупали. И никаких нет, такого ответа они не могли вам дать. Есть на гарантии, они что, куда обратились? Стройбетон строил этот дом? Что, кто там числится в документах? Стройбетон, да, мы вот застройщик. Ну, они обязаны были к нему обратиться, это по гарантии, должны все устранить. Причем вот, здесь люди покупали, акты да. какие-то, если крыша течет. Вот ответ течет. Нам такой пришел, что все документы подписаны очень высокими людьми. Не, высокие люди, это мало да. кого интересует. Ну, сказали, такого что не бывает в ответах. Нет.
сказали, что недостроя нет. Хотя мы... Ну, где-то вот опять сказали, да. Что-то тут не то. Надо нам конкретно 8-950-950-9306 обратиться, конкретно мне надо данные ваши. Кто отвечал, какие письма, потому что немножко сейчас сумбурно. Хорошо. Не имеют права так отвечать, потому что должен дом быть на гарантии. И мы обязательно выйдем к вам и будем, если это застройщик «Стройбетон», мы будем обязательно его спрашивать у специалистов, пригласим туда на дом. То есть так это мы не оставим. Это у нас есть уже система, мы уже выезжали и пытались решать, и многие вопросы решали. Так что позвоните обязательно по телефону 8-950-950-9306. Да, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы ограничено, поэтому у нас следующий сразу звонок. Да-да, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня Геннадий зовут, я живу в городе Омске. Так называемый поселок такой есть, Коржас, в центре Левого берега. Вот я хотел бы узнать, проведут ли нам когда-нибудь газ или нет? Все, я понял. Ну, а это Порт-Артур с вами рядом, да, как я понял, граничный? Нет, нет, нет. А, это туда. Получается район метромоста, это рядышком вот 11-й микрорайон. А-а-а. Ну, я обязательно узнаю, у меня есть связь с компанией Юза, они, как правило, у меня отвечают за все вопросы, в том числе и за другие газовые компании, которые подводят газ. Я думаю, что мы будем узнавать, и если там возможности подвести газ, и будет ли давать муниципалитет разрешение. Вот недавно в Порт-Артуре наконец-то Юза получила у нас разрешение, и мы будем в программе «Управдом» подробно обсуждать это. Вот узнаем, как у вас там. Вы пока не узнавали, есть ли сети, куда-то обращались? Ну, наша здесь, как она, так, старшая, так. По району. По району. В общем, там вот две какие-то компании, они друг другу не могут как-то урегулировать вопрос. Это, как правило, так и происходит. Ну, хорошо, 8-950-950-93-06. Нам все данные там свои передайте, и мы будем к вам выезжать и будем разбираться, кто у вас там с кем не может помириться, кто кому не может что-то додать или сказать. Спасибо вам большое. Так, у нас вот на планшет пришел вопрос, почему у Казанина необъективное мнение о партии КПРФ. Ну, собственно говоря, у меня объективное мнение, необъективное, это мое мнение, а кажется оно кому-то необъективным, ну, что поделаешь. Дело в том, что мое... Такое видение. Это нормальная партия власти. Никому, ей уже коммунистические интересы она давно не защищает. У ней полно бизнесменов, предпринимателей, мини-олигархов в ее составе, которые, в общем-то, ну, скажем так, далеки от коммунистических идеалов. Свое телевидение, не у многих партий есть свое телевидение. Вообще это такой стандартный, ну как вам сказать... Как политбюро советское. Жириновский в возрасте, Зюганов в возрасте, Миронов в возрасте. Что они могут предложить и сказать? Уже давно, уже 25 лет говорят одно и то же. Поэтому, к сожалению, Единой России много недочетов, но альтернативы я пока вот такой серьезной в лице КПРФ, например, я не вижу. Они отошли уже от своей идеологии. Это нормальная капиталистическая такая структура, скажем так, компания, которая... Не знаю, стремится заработать деньги или нет, но стремится как можно больше попасть в различные органы власти. И там, как правило, не хочет этой властью обременяться, то есть идти власть, как мы посмотрели по их делегации в министры, тоже не получилось в Омской области. Быстро они оттуда ушли. Ответственность нести не хотят. Вот и все, вот такое мое мнение. Ни больше, ни меньше. Про другие партии тоже не лучше. Так, у нас последняя минута остается, у нас звонок. Давайте, вы в эфире. Алло. Да-да-да, представьтесь. Здравствуйте. Угу. Меня зовут Елена, я проживаю на 25-й Северной. И у меня такой вопрос. Об отсутствии площадок для выгула собак. Штрафы за неправильный выгул у нас есть, и причем очень большие, а площадок нет. Вот в советское время их было, вот по крайней мере, минимум 2 на микрорайон. И были еще они оборудованы снарядами для дрессировки. Все, я понял, да. К сожалению, у нас этого ничего нет. И собак выгуливают, как правило, без намордников. Это вообще беда. Настоящие собаководов никто не может приучить пока. Ну, нет желания, наверное, у правоохранительных органов. А то, что касается, что им негде выгуливать, ну, это вообще, вы же понимаете, что у нас сейчас происходит. У нас доллар и евро у многих чиновников в глазах, вот как счетчики болтаются, понимаете? Им какие тут выгулы собак, о чем вы? Точечная застройка, они леса отдают, чтобы под торговые вигвамы и так далее. Сейчас нет такого у них вообще какого-то государственного понимания. К сожалению, время нашей программы ограничено, но мы будем задаваться этим вопросом, мы будем выяснять в программе «Управдом». Ну, а «Глас народа» на сегодня закончен, а воспитание женщин и
жен расскажем в следующий раз, хотя это, по-моему, бесполезно все. Спасибо, до свидания.